В каком городе Остап Бендер проводит сеанс одновременной игры в шахматы в фильме «12 стульев»? Васюки. Какой подарок получила Тося Кислицына от ухажера в фильме «Девчата»? Часы. Какой предмет был раскрашен вручную в кинофильме «Броненосец Потемкин»? Флаг. Сколько господ у веселого плута Труффальдино в фильме «Труффальдино из Бергамо»? 2. В кого был влюблен Бабс Баберлей, главный герой фильма «Здравствуйте, я ваша тетя»? В Эллу Дилей. На каком самолете летели герои в знаменитом советском фильме «Катастрофа, экипаж»? Ту-154. Как зовут горничную графини, за которой ухаживает Теодора в фильме «Собака на сене»? Марселла. Какую роль сыграл Леонид Броневой в фильме «Формула любви»? Доктора. Дебют в кино какой советской актрисы состоялся в фильме «Гусарская баллада»? Ларисы Голубкиной. Кого сыграла Алиса Фрейндлих в фильме «Сказки принцесса на горошине» 1976 года? Королеву-мать.